Роман Ульяна 3, Сергей Ульяна, друг Павел. Саш, ну, громко я тебя принимаю, как всегда. Замечательно. Следишь за нами, как тут мы себя чувствуем, все мы правильно делаем. Вот, 5-9, в общем, на слух с весами. Вадим, друг Павел, Денежников, прям. Да-да, Вадим, сейчас я работаю на FT-817, 5 ватт у меня. 5 ватт мощности. Сделай тоже 5 ватт, посмотреть, как там у меня сигнал пойдет на 5 ватт. Здесь радио 3, Борис Ульяна, дробь QRP. Вадим, 5 ватт сделай, я сейчас прямо на видео тебя снимаю. Вадим, прием. Все, я понял. Снимаю, сбрасываю, значит, 80, 60, так, 40, 20. Да, Вадим, ну проход, скажем, не очень здоровский, ну где-то 6-7 баллов я вижу, 6-7 баллов, так что вот так пока я тебя вижу. А, слушай, а на меня сколько эсметр показывает на мой FT-817, Вадим, прием. Ага, я понял, понял. Давай спрошу, может быть, тут и Воронеж подходил. Ребята, есть кто еще? Я видео снимаю. Кто подойдет, пожалуйста, радио 3, Борис Ульяна, дробь QRP, прием. Да-да-да, слышу, Михаил. Миша, какая мощность у тебя? Приветствую. Я работаю на FT-817, полноразмерная антенна на 15-метровой мачте на 14-этажном доме. Миша, тебя принимаю 5-7-5-8. Миша, прием. Да, принято, великолепно. R3, Борис Ульяна, R3, ЧЖС. На данный момент выходная мощность 6 ватт. Антенна та же, провод полволны, 21 метр, на уровне 4 этажа. Северо-запад, юго-восток, горизонтально. По напряжению питается через резонансный параллельный колебательный контакт. 50 Ом кабель трансивера индуктивно связан. Такая техника. И вопрос, куда будете выкладывать? На YouTube? Да, прием. Ну, я на радиосканере выложу, на радиосканере ссылочку дам с YouTube. Вечерком я выложу, ссылочку кину. Конечно, на YouTube, Миша, прием. Да-да, ты у меня пропал там в 1 балл, но сейчас появишься. Я понял, Миш, сейчас ты на 1 балл пошел. Скажи еще пару слов, прием. Да-да, радио 3, Борис Ульяна, R3, ЧЖС. С вашей стороны проход был лучше, 9 баллов станция была, сейчас опять упала до 8 баллов. QSL, а ты на 8 пошел, на 8 баллов, Миш. Все, отлично, спасибо, дорогой, за связь. Давай спрошу, может быть, еще кто есть, ребята, видео снимаю. Радио 3, Борис Ульяна, дробь QRP, прием. Да-да, Володя, приветствую, громко тебя слышу, Эра-3, Марьяна, Федор, до 9 баллов, шикарно принимаю, Москва, Сокольники, Саша, Александр, Радио 3, Борис, Ульяна, дробь, FT-817, прием. Ага, понятно, так, ну а сейчас тоже записываю, электронная почта есть, как? Да, конечно, есть электронная почта, а ты на радиосканере там что-нибудь, ты же заходишь на радиосканер, Володя, прием. А, ну плохо. Запиши мою электронную почту. 997-60-48-inbox.ru. Володя, прием. Ой, не успел. Так. 997-60-48-inbox.ru. Володь, прием. Ага, вот так, ладно. Вадим, ты здесь? Так, ребят, кто еще есть, записываю видео, QRP, ребята, QRP-шники, кто, подходите, радио 3, Борис Ульяна, снимаю видео, прием. На QRP-ах-то Саша, Василькова, идешь, плюс 10, здесь R3, Иванова. Помедленнее, здесь R3, Сергей, центр Галина, 24, кто там на QRP-ах, прием? Да-да, сейчас, секундочку, вот подошел RG3 Иван Радио, тут у меня всю шкалу закрывает. 9 баллов, да, Александр, Саша, Москва, Сокольники, прием. Да, Саш, ну я говорю, плюс 10 ты у меня идешь на своих QRP-ах, Миша, Михаил, всего Василькова, прием. А, это сколько километров от Москвы? Да кто его знает, не знаю. Кувшиново, набери его, вот, рядом со мной, прием. А, ну это километров 200, это точно есть, да? Ага, понятно, Кувшинов, я понял, все понял, да, все ясно. Кто-то там еще подходил, ребята, кто? R3, Сергей, Юд, Василий.
Да, 9 баллов, шикарно. У А3 Сергей Йод Василий. Здесь Москва, Сокольники, Александр, ФТ-817, прием. Александр, также до 9 баллов принимаю. Валера, город Рязань, аналогично, 5 ватт, ФТ-897, прием. Да, Валера, 5 ватт, ну шикарно, шикарно, слышу, все без вопросов. Здорово, Валер, прием. А, понятно, да у меня такая же антенна, у меня только 40-80 одним кабелем, Валер, шикарно принимаю. Ну ладно, все, ребята, вроде тут уже все, наснимал видео, пойду сейчас вечером выложу, ребята, всех был рад слышать, Радио 3, Борис Ульяна, прием. Пока 73, Александр. А, 73. Борис Ульяна, Р3БУ, Ульяна Анна, тройка, Сергей, центр Галина, дробь 4, прием. Да, дробь 4, СЦГ, дробь 4, слышу, а далеко от Москвы? Да-да-да, да я все понял, все понял. А вы далеко от Москвы находитесь? Сергей, центр Галина, дробь 4. Провалилась станция QSB. Вот, но я пока рапорт вам дам. 5-4, 5-3 принимаю. Зовут Витя Виктор. Витя Виктор меня зовут. Город мой Инсар. Иван, Николай, Сергей, Анна, Роман. Город Инсар, Республика Мордовия, оператор Виктор. Радио тройка, Борис Ульяна, я Ульяна Анна, 3, Сергей, центр Галина, дробь 4, на приеме. Да-да, Виктор, я все принял, отлично. А сколько километров от Москвы находитесь? Здесь Саша Александр, Москва, Сокольники, вся шкала, 9 баллов, шикарно слышу. От Москвы сколько по прямой прием? Ну, порядка 600 километров, вот так вот, если по железной дороге. Вот, а напрямую я не знаю, у меня лок не работает, не показывает расстояние в Р5 КФ. Вот, ну сейчас до 8 баллов станция вышла, Александр, на приеме. Ага, до 8 баллов. Ну что, спасибо, спасибо. Все, все, спасибо, вопросов нет. Буду выключать свой фотоаппарат, снимаю видео. Всем, ребята, спасибо, Радио 3, Борис Ульяна, QRP. Всем спасибо, всем пока. Ага, всем привет, Александр, всего доброго, до свидания. Ага, до свидания.